Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Максима с ником Николай. Наверное, Святой Николай, не знаю. Может, не его аккаунт, а может его. И у нас сегодня роллинг по 1200 в день замковладельца. Скидочка 20%. Ежемесячная акция от IGG. В общем, поехали. Так, у меня не хватает. Посмотрим аккаунт. Тык-тык-тык-тык-тык. А где его гильдия? Неужто он не в гильдии? Да, он без гильдии. Посмотрим аккаунт, что у него есть. Минимум доната. Это даже не донат на сегодня. Зато дофига, куча плюк у него накоплено. Будем сейчас их открывать. Сначала посмотрим, что ему не хватает. Он писал, блин, еще до сих пор эта надпись выскакивает. Вот это я там нажмакал. Ему не хватает космо очень и не хватает очень командора. Космо командора, в принципе, неплохо. Так, роза фоба, оба космо командора, королева ос, оккультист, землеройка, да блин, тут есть другие крутые герои: Свален, Махатма, Рогатка, Бугимен, которого я сегодня вытащил за 1200, просто тупо с одного клика вытащил себе на сардельке недостающего героя. Так, окей, поехали, открываем плюшки и паролим, посмотрим. Так, первые сундучки. Отсюда карточки падают, вторые. Ну, в принципе, со вторых карт уже нифига не надо. Но нормально мы так вторых карт добили. 4 штучки. У него все эти герои есть уже. Так, вторые. Отсюда, конечно же, грубая сила и водушка для бездоната. Ну, третья карта. Отлично, грубая сила есть. Водушка одна. Так, с третьих исцеление. Сейчас мы посмотрим, что у него в алтаре еще делается. Отлично, исцеление тоже есть. Все как по заказу, ребят. Четвертое. Грубая сила. Офигеть. Ну, с пятых там уже коробки. Так, к сожалению, с талантами мы нифига не вытащили. И шестые. Отсюда коробочки получили. Плюс скины. Так, это два прайма. Психощит. Блин, пятый психощит. Который когда-то, блин, стоил дохренища. Просто дохренища, он сейчас вообще никому по сути не нужен. Неплохо, 45 осколков феникса. Так, сейчас баремочку нам. Тыдыщ. Подашка, ну подашка тоже неплохо. Так, одна рунка есть, отлично, и скин. Скины. Нифига себе, он нафигачил тут. Офигеть. 25 и 50 на стрелка, скин на стрелка соплен без доната по сути. Отлично, скиталец. Так, ну прайм, ремочку дайте, блин, не дали пакт. Ну, единственное, что пакт хорошая. Так, отлично, эти карточки откроем. Два рибита, фрейо, сложновато. Анубис, ворожей, Фрэнки, ведьма. Ну, неплохо. Ну, остальные карты пока бессмысленно открывать. Они пока не нужны. Так, окей, с этим разобрались. Поехали посмотрим еще по талантам, что у него делается. Блин, как меня эта надпись уже вымораживает. Это просто пипец. Так, стойкость 9, живо. Паст, в принципе, неплохо. Стрелок. Неплохо, я скажу. Вот, отлично. Вот куда у нас пойдет исцеление. Вместо берсика. Уже можно считать, что удачный день. Я ему даже так оставлю. Такс. Что по ресурсам у него? Ну, ресурсов, в принципе, тоже хватает. Вот десятую. Как раз может десятку кому-то качнуть, если захочет. Неплохо. Добили. Добили. Ну что, поехали. Будем пробовать тащить по 1200. Надеемся на удачу, ребят. Ну, 1200
и куча героев. Сразу же падает Фрея, блин. Один из топовых бездонатных героев. Бугимен, вуаля. Вот сегодня день, просто день Бугимена. Поздравляю, первый недостающий герой у тебя уже есть. Отлично, Бугич готов нагибать. Так, 450 не будем. Кенди, ну, Кенди такое. Скиталец, ребят. Просто кайф. Еще один недостающий герой. Второй. Так, где эти герои? Заклинательница Рину, Рену и Душек. Так, слотов на складе не хватает. Ну ладно, добавим. Бум. Фея. Бум. Череп. Бум. Рину. Еще раз бум. Еще один бугимен. Да вы прикалываетесь, что ли? Нафига столько бугименов? Череп. Бульдозер. Блядь, вот хреново, что, конечно, этих считают студеных. Свалин. Еще один недостающий, ребят. Третий недостающий герой. Вот реально сегодня падает по 1200. Очень даже неплохо. Но он хочет космо. Будем пробовать. Отлично. Поехали дальше. Так, 450 нет. Давай, рандомчик. Купидон. Землеройка. Офигеть, ребят. Просто офигеть. Что еще надо? Вот посмотрите, четвертый герой. Четвертый, и это причем топовый герой на сегодня для PvP-лог. Так, поехали дальше. Афинка Седна, ну тоже неплохо. Так, 5 слотов на склад, давайте добавим. Бум, друид. Бум, душек. Призрачный. Аса. Еще раз Аса, да вы издеваетесь. Медуза. И еще раз 1200, варлок. Фух, блин, ну круто. Реально круто нам нападало. Давайте сейчас мы определяемся там с героями. Пакт есть. Пакт я сразу однозначно влеплю на Бугича. Что тут у нас по талантам? У нас еще коробочки есть. Так, бог войны. Ярость. Это пока временно. Орка. Ракушка. Каменка. Ну, каменку можно пока сюда поставить. Так, утикаха у него тут, наверное, хотя не у него вроде. Или нету. Да, у него много талантов. Выживание. Вот, неплохо. По выживанию. Хрен знает, кому ему тут ставить то выживание. Пока оставлю. Пусть будет на сменке. Так, ну окей. Блин, круто падает по 1200. Варлок. Сердцеедка. Сноу. Ледяной Феникс и Фрэнк. Блин, капец. Просто капец, ребят. Рогатка, Махатма. Оккультист. Командора. Космо. Ну, знаете, когда заказывают конкретно что-то, обычно падает все, кроме этого. Так, пробуем. Варлок, сердцеедка. Еще 5 осталось. Студеный. Капитан Рогатка, ребят. 5-й недостающий герой. Причем тоже один из таких интересных и веселых, и нужных на бездонате. Так, есть. Поехали дальше. 3 удара. Всего лишь 3 удара. Душек. Блять, Валентина. Ну! Ну, не знаю. Я, в принципе, считаю, что даже если мы не вытащили Космо, не вытащили Командору, мы получили достойных, охрененных героев, которые реально помогут аккаунту, любому аккаунту, особенно без донату. Бля, жалко не пятое, было бы вообще эпичненько.
Блин, выживание, не знаю. Он уже сам подумает, с талантами кому ему ставить, что куда. В общем, такой вот роллинг по 1200. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.